Итак, вальс в исполнении Майи и Алекса Шебутани. Марина Зуева, Массимо Скали, Олег Эпштейн. Вот такой в тренерская бригада этой пары. Это еще не окончательная сумма 43,14 балла. Сюда еще будет, да, прибавили за последнее вращение. Ну вот на наших глазах сейчас происходит, я бы так сказал, внутриамериканские разборки. Дело в том, что
В отсутствии Мэрил Дэвис и Чарли Уайта, олимпийских чемпионов, сейчас идет борьба за то, кто же будет первым танцевальным дуэтом в Соединенных Штатах Америки. Ну вот если судить по результатам прошедших этапов, то, конечно, выглядели гораздо убедительнее Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Но вот наступил финал, и после короткого танца преимущество Чок и Бейтс над дуэтом, который мы только что видели, оно совсем небольшое. Всего-навсего балл и 16 сотых. Так что у брата и сестры Кабутани был, конечно, такой заманчивый шанс все-таки в финале пытаться обойти Чок и Бейтс. Но вот насколько это реально, насколько это у них может получиться. Вот мы видим, что оценка за технические элементы снижается. Дело в том, что одну из поддержек перевели во второй уровень. Вращение, дорожка шагов тоже только второй уровень. Ну и вот оценка за технику снизилась. И у меня появляется такая смутная надежда. Не знаю, насколько она реальна, но не обойдут ли Елена и Руслан в итоге брата и сестру? Нет, наверное, все-таки это нереально. Оценки у них за компоненты программы где-то в районе от 8 до 8,5 баллов. Они вторые, они только вторые, но все-таки опередили по сумме двух программ наш российский дуэт. Ну вот такой свист на трибунах, американские болельщики, поклонники этой пары недовольны.